И это очень редко случается, поэтому, ребята, блин, мы не браконьеры, мы просто фартожопые парни. Блин. Прям как хирург. Сейчас оттуда, вот это кишки показались, а там еще где-то икра. И вот она, вот она. А, это икра. Что с ней делать? Блин, реально икра. Посмотри, какая красота. Просто она вываливается такими, блин, шматками. Ё-моё. Печень, не труп, печень мы сделаем. Икру в миску. Аккуратно. Смотри, там желчь где-то должна. Нет, стоп. Вот там вот впереди. Вот там впереди. Аккуратненько рукой туда. Пройди дальше. И вот как бы... И потихонечку, да, так оторви колбасочку. Да. Оп. Икринку потерял. Колбас. Сверху икринка валяется. Вот это вот. И вот сюда. Давай, уже потом, блин, сейчас растеряешься. Блин. Вот, вот косички валяются. Колбаска нам бы чу пошла. Да? Каждая икринка, она на вес золота. Колбаска нам бы чу. И это очень редко случается, поэтому, ребята... Ребята и девчата, это икра. Мы не браконьеры, мы просто фартожопые. Дикая. Барышевская, дикая целая миска, миска икры. Вот так вот как-то, вот так вот. Вот как-то так надо. Мы, наверное, делать ее не будем, вытянем ее, да? Да, вообще вытянем, да. А нафига она нужна? Она невкусная. Да она вообще невкусная. Конечно, вытянем, да и все. Сейчас, Сейчас, да зачем миску? Она отвратительная. Нет, так надо было ведро туалетное. Смотри, да. А вот это что? Можно. А вот теперь пройдемся по нашему этому самому, по нашей батарее. Компромат. Беленькая, вот керосин. Это масло. И пепсикола. Смешиваем водку с керосином. Да, и с пепсиколой, да? Да. И все это заливаем в икру. И получается, а ребята, просто песня. Просто метров 5, наверное. Просто большие. Вот такая не продается икра. Дядя Сережа. Нет, она же пока продается, она мелкая. Улыбнись нам. Молодец. Наш счастливчик, да, красавчик. Молодец, а? Не верстак-то мне не пачкай, а? Молодец. Давай кишки-то убирай. Туда бросай. Шаги будут. Это мы... Вот он наш фартожопый товарищ. А печень можно пожарить, нет? Молодец. Печень? Не. Печень только трески. В лососе могут быть паразиты в печени. И это очень редко случается, поэтому, ребята, мы не браконьеры, мы просто фартожопые парни. Я ж тебе сказал, Сережа, килограмм и курочки будет. Большие, реально. Смотри, какая созревшая. Нет, в магазине она меньше продается, да? То есть, ну, большие икринки. Так там, потому что, ну, на Камчатке, блин, чехлобарские, блин, рыбы живут, блин. А у нас вот такие... Северные, ну, толстые, да, конкретные. На Камчатке, на самом деле, как бы императрица не умеет. Поэтому не надо... Я понимаю, что все на линии, как бы, расчет. Но на Камчатке тоже икра большая. Ну да, да, бывает иногда, блин, да? Реально большая. А у нас всегда такая, у нас всегда такая северная. У нас икра всегда такая. Да, да, вот такая вот. С такими вот большими, толстыми икрами. Почему? Ну потому что она северная. Питерская. Питерская самая толстая, короче. Как-то так. Молодцы, ребята. Вот так вот надо. Миска, она отвратительная. Нет, надо было ведро туалетное. Нет, это поймано честным трудом. И сколько мы сегодня сделали забросов, Сережа? На троих. Очень много. Я думаю, блин, больше 1000, блин. Больше 1000 на троих, стопудово, блин. А если не каждый по 500 бы сделал, блин. Поэтому это очень трудовая рыба. Ну. Ну да, покидали очень хорошо. И это очень редко случается, поэтому, ребята, мы не браконьеры, мы просто фартожопые парни.